Добрый день всем, дорогие зрители. С вами Лиеру и Даркраш. Это стримчанский по игрухе City Skylines. Сегодня у нас будет постройка города. У Димона будет возможность построиться, где он хочет. В любом месте этого красивого материка. С оазисами, долинами, с водичкой. Вот. Димон может строиться где хочет, как хочет. И, в принципе, разрешим ему строить любой дом. У нас речка тюнинговалась. В прошлой серии я понял две проблемы. Первая проблема, нам не хватало воды. Поэтому я решил эту проблему. Я добавил еще парочку источников максимальной мощи. Поэтому воды стало просто очень много. Вот. В этом месте мы откроем эту дамбу. Ну, точнее, это заграждение. Просто пока закрыл для того, чтобы можно было развиваться. Вот. Это мы откроем, и здесь начнется настоящее шоу просто. Шоу гигантской волны, гигантского потока. Ну, вы сами видите, насколько разница в уровнях, поэтому вы можете представить, что будет со всем, что здесь построят. Короче, значит, смотрите. Сегодня мы... Ну, Димон будет сейчас начать расстраивать город. Есть, сразу скажу, что вы понимали, это не... То есть даже если я максимально открою эту дамбу, я буду по чуть-чуть открывать, максимально, чтобы вы понимали, выживать здесь можно. Я тестировал эту карту, я проверял, открывал полностью дамбу до низа, ждал полчаса, смотрел, как заполняется здесь водой и сделал специально несколько островов, ну, которые в конце должны будут остаться, якобы, и ты будешь выживать. Ну, в принципе, как островов, не то, что даже островов, а таких континентиков небольших. Вот, поэтому Димон уже начал, видите, вот строиться. Дороги, видите, прокладывает Димон. Я пока вам показываю, что его ждет. Добавил я сюда водный транспорт. Кстати, чтобы вы понимали, корабли будут плавать вот сюда. Здесь разворачиваться и плыть назад. То есть здесь даже можно будет построить порт в дальнейшем. Есть у нас железная дорога двойная. Вот приходит, грубо говоря, оттуда с краю. Автострада. То есть, короче, все, в принципе, здесь есть. Можно будет даже еще дорог раскинуть. Ну, если надо будет. Если понадобится, можно будет отсюда еще дорог. Но это такое. Это, в принципе, пока мелочи. Итак, Димон, ты готов? Да, здорово, ребят. Сейчас я строю. Кстати, я еще, пока Димон строит, я начну тебе помогать строить, потому что, ну, как бы, блин, это ж... Спасти Димона, это святое. Я потом расскажу тебе, как можно будет выжить. Хотя, по сути, если вот ты будешь использовать терраформацию, можно в любом случае выжить. Но я просто решил по приколу сделать так, чтобы ты не использовал терраформацию. Ну, типа, знаешь, договориться с тобой, чтобы было интересно. Тут проблема в том, что начало очень хреновое. Нам нужно сразу нижнюю территорию выкупать. Да, иначе... мы купим нижнюю территорию. Ей некуда строить. Да, я знаю. Я специально все продумал. Ты специально должен построить здесь маленький городок. По теории, который даст тебе потом возможность прикупить территорию. То есть, как бы, блин, я все продумал, так что не парься за это. Я просчитал, посидел, подумал, как бы это сделать, чтобы было интересно, чтобы, блин, было, ну, прикольно играть. Вот, замутил. Так, эту штуку сделаем. Здесь пускай будет у нас развилка и узкие дороги. Очень много узких дорог ты настроил на самом деле. Народ, вот что вы думаете, нормально я создал вот эту штуку? Красиво это? Или не очень красиво вот это вот? Вот Димон даже воду поставил в том месте, где я планировал, что он поставил. Хотя на самом деле вообще-то нет, не в том месте должен был ставить. Давай я перенесу ее в то место, где лучше ей будет. Я тебе просто советую сразу. Вот тут будет ее лучше. Зачем ей плохо так? Подожди, тут лучше будет. А это чуть ниже просто поставь и все. А я специально так сделал для того, чтобы было удобнее. Я тебе потом объясню зачем. Так лучше, поверь мне, просто поверь. В смысле, там говнососку поставил? Она, там уровень высот очень разный, не парься, говнососка не будет зачерпывать. Она вверх, вода вверх не потечет. Видишь, выше уровня она не потечет. Так, ты кварталы построил, можно включать скорость, в принципе. Я думаю, можно. Или ты квартал еще не заказывал? Давай, раз, я два, еще три. Не заказывал, потому что тут негде электричество стоит, это где 0 мегаватт, чувак. Офигенная карта, мы не стартуем даже, потому что 0 мегаватт, где электрику будешь ставить? Везде 0 мегаватт. Как вот? Вот 8 мегаватт есть. Там, где ты как раз... Одна точка с 8 мегаватт, офигеть. Да дофига, 8 мегаватт, вон по периметру все, полностью вдоль реки все. По всему периметру можно кучу ставить. Правда, твоя проводка так утонет. Ну хотя ладно, это пока фигня, потому что... Потом ты расстроишься, это стартовый. Давай я еще одну сейчас сделаю. Так, вот так, по центру там не ставь, потому что то я все буду сносить. Да. А, время там... врубили, что тут? Время на паузе держишь. Да, я знаю, сейчас построим, я врублю.
Так, ну что, врубаем тогда время, поехали. Ну я на тройку сразу врубаю. Так, люди начали заселяться. Ой, чувствую, будет веселуха. Теперь надо где-то промышленный район придумать, где поставить. Есть одна идея, но я тебе не скажу. Пока думаю, где промышленный район построишь. Тогда тебя выпью, а там уже душат. Промышленный район надо желательно уже строить, потому что деньги, если закончатся... Стоп, я тормозну. А если деньги закончатся, жопа будет. Так промышленные деньги не только он дает, там и обычные дают районы деньги. Да. Окей. Блин, за пределами. За пределами клетки, ладно. Промышленку можно пока тут, блин, где-то было, конечно, построить. Так, я смотрю внимательно. Ладно, Димон, строй пока, я тебе разрешаю полностью строить. Ты канализацию что ли не подключил? А канализацию нет, вроде. Свет нужно провести. А, нет, подключил. Так, сек. А, свет. Сейчас будет свет. Я проведу свет. Ты, короче, расстраивай пока территорию, я свет докину туда. Так, давай вот отсюда, наверное, свет кинем. Вот отсюда. Блин, а тут точно. Вот так. Сюда. Так. Все. Хорошо. Вода работает. Ну тут нормалек. Вот видите, речка туда уходит. Вдаль вот она уходит. Территория вот, дерьмовая, на самом деле. Территория отличная. Просто идеальная. Ну, раз... для твоего плана, да, для развития вообще никудышнее. Не, нормально, тебе понравится. Купишь следующий район, и все будет четко. Ну, наверное, все будет четко. Ну, может быть, и не все будет четко. Ты же не знаешь, что тебя ждет. Давайте немножко пустим чуть-чуть. А, мы не можем пускать еще кровь. Ладно. Думал, Димона уже крови немножко пустит. Он сказал такой: нет, что делаешь? Зачем воду так рано? Ну, вообще-то, максимально затопило все здесь. Надо пустить именно реально приличное количество воды. Приличное количество. Здесь вот есть, вот тут один источник, там три источника, там еще два, по-моему, источника, тут один источник, там один, не, стоп, там, не, там нету, и там где-то еще один. Короче, 6 или 7 источников я поставил, с очень большим количеством. Вот я, вот корабли, видите, я говорил, по реке ходят корабли, смотрите. Офигеть, не, приплыл сюда кораблик. Сейчас развернется, может даже порт будет потом, эту зону купить, здесь вот, например, порт большой поставить. Тут он развернется. У нас железная дорога, есть корабли, есть самолеты, есть даже аэропорты можно будет поставить. Вот они летают, видите, вот самолет летит. Все, короче, есть. Полностью все виды транспорта. Вот разворачивается, сейчас пойдет назад. В этом бассейне. Нам нужно вот электричество. Сейчас я построю. А, денег нет. Денег не хватает. А, у нас минус 260. А, электрики просто нету на этом. Стоп. У нас денег даже нет, мы электричество не провели, это плохо. Слишком потому далеко. Что это дерьмовый регион, сразу говорю. Так. Сейчас вот так попробуем подключиться. По-другому просто не получится, если мы так не сделаем. Так. А, давай я возьму кредит. Чтобы денег было больше. Потом его отдадим. Страшного. Сейчас. Ну, так, чтобы взять... Давай скоростухи дадим. А кредиты можно брать? Налоги? А кредиты еще нельзя брать, да, я понял, ладно. Где мы свет проведем там? Надо было расход, типа, не, мы слишком много потратили. Сейчас деньги пойдут в плюс, потихоньку сейчас проведем. Так, раз. Сейчас я почти довел. $1400 надо. У нас деньги пока в плюс немножко пошли. Мы очень большими темпами начали развивать. Так, скоростуху давай на максимум. $81, 75. Ой, падает деньги. Давай, набирай оборот. Но люди пока строят. Сейчас они квартал достроят. Кстати, а ну нафига я сюда, по-моему, можно было сюда повесить. Ближе, наверное, было бы. Вот до сюда дотянуть. Так, вот тут делаем один так райончик. Вот до сюда.
Сейчас они заселятся и будет свет. А ну если... О, деревушка. Хорошо. Нам дали деньги. Закидываю свет. Так, свет есть. Все, работает. Сейчас деньги пойдут в плюс. Начнем зарабатывать. Ой, блин. Нужна скорая сейчас, поликлиника, мусорка. Подожди, надо воду сначала еще на заводах провести максимум. Вода уже есть. На заводах? Ты поставил, да? Там только пару домиков были без воды. Я сейчас это подключаю, просто пару домиков. Ребята, обратите внимание, кое-что вам хотел показать. А когда эта штука откроется, видите? Вот так все произойдет. Так, ну на самом деле, карта такая красивая, если так смотреть, да, сейчас ночь. Если днем смотреть, такая красивая, леса, блин, такие пейзажики. Ну, вроде бы на разных картах, значит, играем. Ну. Ты что, нет пейзажей? Я не вижу нигде красивую карту здесь. Как, ты что, некрасиво? Посмотри, какая водичка, речечка, деревья, животные всякие бегают. Разве это не красиво? Плюс огромная река рядом, мощь, сила. Это прикольно. Тут, я тут дом себе, наверное, построю, потом буду отсюда смотреть. Блин, реально, прикиньте, тут построить дом и отсюда смотреть, как это все тонет. Ладно, давайте город развивать. Я в этот раз могу сохранять карту запросто, видите? То есть мы можем с Димоном в любой момент продолжать. То есть можно строиться, а когда надоест, можно будет это к черту, скажем так, утопить. Так, дорога, правда, только у нас одна, вот что плохо. Одна дорога, это значит, надо, главное сейчас сильно ее не загружать, иначе если мы сильно загрузим дороги, мы потом не сможем нормально... Я сделал уже две. А, кстати, мы можем купить территорию, не можем еще купить. Сейчас еще чуть-чуть осталось, купим территорию. Так. А, давай немножко, наверное, сделаем... А что, ты построил уже медицину, да? Мусорку ты видел, построил, да. Медицину ты построил, школу... Медицина есть. Еще не построил. Сейчас школу построим. Так, у нас 600 человек. Только на каком уровне мы на следующую категорию перейдем? Городка. Сколько там надо? Не знаю, доход пока 340. Есть. 340. Да? 340, а у нас 600. А что, не понял? А что пишет 340 надо до деревушки? Я уже получил. А, нет, 700. Эту... Крупный поселок. Да, все, ты просто... Я, мне... Нам энергию нужно опять строить. У нас бабла нету. Сейчас будет. Как раз сейчас будет... Сейчас будет, потому что у нас люди последние доселяются, и сейчас мы вырастим, смотри. Осталось поселок. Еще 19 сюда выросли. Так, крупный поселок. А ну, территорию купить можно? Я покупаю нижнюю территорию. Все, нижняя территория куплена. Строй. Ты куда хочешь. Так. Окей. Заводики. Ни школу, ни пожарку, ни полицию пока не заказать. Ну, собираем деньги. И скоростухи даю. Время. Почему, блин, время постоянно падает? Слушай, давай, может, я буду временем только играться. Ты не ставь время больше. Или я уже поставил раз. Не, ну я понимаю, но когда я ставлю, у тебя оно автоматом ставится, может, из-за этого рассинхрон? Вот спрашивали, покажем игру Genshin Impact. Ну, я скачал ее вчера. Она, честно говоря, качалась мега долго. В том плане не то, что у меня нет слабый, а именно игра вообще закачивалась со скоростью пол или 1 мегабит. Ну, то есть, ну, или мегабайт. Короче, очень долго. Я ее всю ночь качал. Как, блин, вспомнил старые 2006-2007 года, когда мы качали там клиент Варкрафта, World of Warcraft по 2-3 дня. Так, ну что, расширяем город дальше? Так, ну я что, ставлю школу. У нас минус 1000 долларов. Сейчас будут деньги. Я пока дорог еще провел чуть-чуть. Опа, откуда тут вода? Ой, там насоска начала выкидывать воду сюда. Это плохо. А
что затопление уже показывают, что за бред? Это говнососка там выкидывает, она чуть-чуть, видишь, скидывает воды. Много очень началось. Так там уже строиться нельзя из-за этого. Ну, ее передвинем потом. Такая не страшно, она сильно не затопит. Ничего. Опа, еще скорость упала. Город увеличился. В размерах. Так. Сейчас, я потом передвину говнососку. Ничего страшного. Просто сейчас мы будем больше домов строить, она будет больше затапливать, поэтому надо будет ее чуть-чуть кинуть. Так, маленький... О, у тебя уже, говоришь, увеличился, у меня только сейчас появился маленький городок. Мне скорость опять упала. Да-да-да, я поднимаю. Поднял. Поднялась у тебя? Ну все, я по затопку, затопление вроде бы решил. Так. Слушай, терраформация, не трогай терраформацию, так неинтересно. В смысле? Ну, я имею в виду, не использую терраформацию пока. Ну, а что делать, карта дерьмово построена? Не, нормально, все нормально будет. Не спорь с мэром, я мэр. А ты пес, который должен такая, типа, это, ржать, когда будет топиться. Ты не рассказывай мне. Мэра учат, что надо не трогать, что трогать. Не трёшь мэра ни черта. Вообще ничего не трёшь, Вася мэровский. Так, вода у нас есть. Воду мы сосём. Блин, скоросуха нормальная. Всё окей. Надо немножко ещё этих синих зданий. А может зданий. И не воду. Так. Мрик, город увеличивает. Видишь? Это что? И деньги вообще, блин, не жалеешь. Так, центр коммерции нужны. Я реально строю, типа, американским методом, да? Улицы. Так, преступники, нужна полиция. Да, сейчас деньги на полицию соберем. Я пока воду протяну, тут воды нету снизу. Так. Так, все, я провел воды немножко. Полиция, электричество. А, электрика закончилась? Да чё за... Нам электричество надо. Сейчас поставлю, стой, я поставлю электрику. Нам электрика, копы нужны. Не, мы, блин, 4 косаря зарабатываем. Вася, ты чё, блин, мы с такими деньгами можем с тобой в космос полететь завтра. Прям завтра уже летим. 8. Ну, я пропущаю этот полет за 4000 долларов. Блин, чё, не веришь? Можно за 4000 полететь? Да не верю, я просто прихвораю в тот день, когда будет полет. Как думаешь, если... Ребята, кто хочет полететь в космос за 4000 долларов совой? Он сделает как бы из кастрюли аппарат для полета. Так, что у нас? Блин, у нас такая узкая дорога тут. Плохо. Это не есть гуд. Это не есть гуд. Так, ты электричество бахнул, да? Нам еще надо одну электрику. Так, сейчас кое-что проверим пока. Давайте немножечко пустим крови, чуть-чуть. По минимуму. Хочу посмотреть, как она вообще ждать будет. Город, можно полететь за 4К, но без Вовы? Ну, я думаю, Вова будет рад, если полететь без него. Всю жизнь мечтал особо. Меня полетели. Так, на полицию, срочно. И пожарку потом. У нас слишком большой уровень преступности. Так, сейчас проверим. Мне просто интересно, если эти столбы затопят, что будет? Очень дорогой полицейский участок, на самом деле. 12 тысяч долларов. Долго будем ждать. Ну смотри, электрика не отключается, самое интересное. Смотрите, народ. Ну я бахнул еще. О, развивающийся городок. Нормально. О, деньги. Я скорость, даю скорости. У меня я сейчас с тобой. Участок, у меня сейчас с тобой все вместе поставил. Идет. Так, медицина хорошо. Школьники более-менее. Пожарка, наверное, у нас пожарки ни одной нету.
вероятность сгорания. Димон, смотри на свои заводы. Я просто тебе показываю. Это тест. Маленький тест. Я да еще не открывал, но я тебе просто показать хочу. То, что я ребята вам показывал, видите? Видите, как красиво идет? Ты видишь? А, блин. Я закрою, я хочу просто посмотреть, как она пойдет. Или... Ну, хотя ты потом заводы перенесешь, я думаю. Анонсек. Она не пошла дальше, вроде. Вроде не пойдет дальше. Пока хорошо, видишь? Она остановится, не дойдет. Пока не дойдет. Но так, чтобы ты знал, когда она откроется, в том месте будет настолько крутое течение. А что она течет дальше? Я замуровал ее. Кого ты замуровал? О, все. Эй, нафига ты муруешь? Нельзя терраформацией пользоваться. Жди, я ж тестирую. Ты что делаешь? Так она что-то все равно, блин, через дырку. Ничего она течет, ты, блин, не парься, я ж тестирую. Куда она пока не течет еще? Рано. Ты и так тестировал, все. Дай построить мне город. Подожди, так я сейчас тестирую, потому что ты построил еще здание. Я ж не учитывал здание. Возможно, из-за этих зданий поднимется уровень воды везде. Я не уверен, надо проверять. Так. Взял, блин, закрыл. Вот ты, блин, писька дурная. Тут должен быть маленький водопадик. Ты чё, он даже до тебя не дотечёт. Маленький водопадик. О, потек. О, маленький водопадик. Смотри, вообще мини-водопад. Этот мини-водопад... Да, блин. Этот мини-водопад поможет тебе понять, где строится, а где нет. Да я сам могу строиться, чё я парюсь-то? Так, давайте пока, пускай течёт. Это маленькое, мы разгружаем речку, понимаешь, люди пить хотят. Я слышал, как они говорили, пить хотим, пить. Говорит, мэр, дай нам воды, а мэр нифига не дает. О, рассвет, смотрите, красиво, рассвет. Тут, кстати, место хорошее под, это... О, света не хватает. Под станцию. А, там, ничего страшного, сейчас будет свет, тут деньги-то, доход идет, чё. Чё ты? Чё ты, Вася? Вася, ты чё? Так. Там где-то там еще льется. Видите один водопадик? Вот там вот тоже есть водопад один. Так красиво растекаются реки. Правда, отсюда вы его не увидите, слишком он далеко. Вот там, вот там вот. Ну видно, что вот речки, видите, от него образуются. Так, что тут у нас? Чет? Три раза, окей. Опять света не хватает, вы че? Я ладно, поставил. 4, так 4. Да, но не доходит, видите, просто тупо пацаны рассасывается вода. Дойдет она, интересно, до города или нет, до заводов? О, да, дойдет, походу, дойдет. А ну? Блин, а может и не дойдет, кстати. Капец. Короче, до заводов не доходит пока вода с этого маленького ручейка. Так, нам новую школу сейчас скоро построить сверху. Но света опять не хватает, это просто... Я запоставлю. Просто... О, я водный, да, лучше водный. Да. Кстати... Она 20 мегаватт сразу дает. Эй, чувак, или завод сейчас будет топить? Не будет, оно не доходит до заводов, я проверял. Я как раз тестирую, видишь, она тупо не доходит, на дороге как раз останавливается, смотри. Она испаряется, вода. То есть для того, вот это, как рассчитать, сколько надо воды, чтобы затопить полностью все? Для этого надо очень много воды, потому что на большой территории вода будет испаряться, вот на это, когда все это затопит. Поэтому я и сделал прям такой вот оазис колоссальных размеров. Так. Ты ему рассказываешь, шипстик. Это посмотри. О, территорию можно купить, я тебе покупаю сразу эту соседнюю территорию. 5300, ну дай денег набрать. О, у нас пожары, кстати. Да пофиг на те пожары. Кто тех пожаров боится? Люди. Так, я купил территорию еще одну. Люди в моем городе боятся пожаров. Люди ненавидят тебя. Они говорят, уйди отсюда, гадкий мэр. Мэр гыдло. А я их подстрекаю, такой, да, мэр плохой. Ой, Бубик, быть таким плохим мэром.
Сейчас мы перестроим заводы где-то левее и может чуть открывать дамбу. Потому что она будет реально она будет карту заполнять где-то минут 30-40 водой. Блин, ну я надеюсь, что все сработает, то что я планировал. Блин. Но полиция пока на пределе, школу не хватает. Ладно. Нам Ивзарев... школы и высшие школы нужны. Ивзарев пишет на этот раз, Иван, что просто поместил город в огромный котлован ниже уровня моря. Нет, на самом деле уровень моря ниже, кстати, не могу вам показать. А море намного ниже. Вот, там вот видно. Оно ниже моря, то есть... Вы еще, увидите, и что вы понимали, до, вот от этой речки до вот этого уровня, ну, так же самое, как вот от этого уровня еще до моря. То есть море еще ниже. Это просто речка очень высоко находится, очень высоко. Но как по-другому затопить? По-другому никак. Хотя нет, можно, еще есть один нюанс, как можно сделать потоп. Это если использовать мод с метеоритами всякими, ну там где вот эти катастрофы, да, вулканы, метеориты, и просто жахнуть метеоритом. И главное не использовать терраформацию, потому что если ты будешь использовать терраформацию на территориях, ты сделаешь так, что потом в итоге в конечном вода пойдет по другим путям, и ты потопишь кучу безопасных зон. Ну это так, я тебе на всякий случай говорю, ты в курсе. Если будешь терраформацией играться. Ты боишься, что я тебя просто... Не, если терраформацией играться, то ты можно в любом... Ну, тут вообще никак не, тогда не затопить тебя. Потому что терраформация поднимешь на этот участок и сделаешь там город. Но все, я имею в виду вообще, лучше не играй, иначе все испортишь. Ну, в плане испортишь весь скайп. Так ты все испортишь. Короче, тебе, боженька, не защищает тебе терраформации пользоваться. Нельзя. Играй честно. Играй честно. Играй так, чтобы боженьке было весело. А ты уже две клетки купил, что ли? Да, я две купил. Я тебе покупаю нужные клетки, я со всех куплю. 6 клеток нужных, остальные клетки... Нужно это, чтобы меня затопило, да, я так понимаю? Нет, нужно, чтобы у тебя был шанс хотя бы выжить, когда оно затопит. Ты когда оно начнет топить, ты особо не паникуй, потому что дай воде устояться, и ты поймешь, где можно будет развиваться. А что, что твое все то, что снесет, то забудь об этом. Просто отпусти, Димон, понимаешь? То, что снесет вода, отпусти. И начни строить там, где можно будет, там, где островки безопасности. Блин, так оно красиво растекается. Блин, смотрите, как красиво. Уже прям, видите, уже прям... Растекает, я так понял. Потому что вот, это, вот эти все заводы, они улетят. Они улетят, блин, с такой скоростью, что просто мама не горюй. Это как раз основное течение будет идти. Так, у Димона там воды нет. Надо, короче... надо дорогу соединять здесь, потому что тут проблемы сейчас будут, если не соединю. Сейчас, секунду. Я пока тут воду тебе покрываю на заводы. А ты уже сам сделал. Я правильно. Уже сделал. Так. Так, на пожар и свет. Ну, свет 20 мегаватт, сейчас деньги наберем. У нас доход 4000 благодаря лучшему руководству мэрии, которая спасет вас от любой беды. Я электричество сейчас поставлю. Деньги нужно, пока никак без него. Я предлагаю ставить дальше электричество. Не ставь под самым стоком, потому что неизвестно, как оно повлияет на все, этот сток. Вот так лучше ставить. Я просто не уверен, как сток повлияет на эту всю хрень. Он может повлиять хорошо, а может очень плохо повлиять. Вот тут, о, видно, поставил, видите, да? Ребята? Да, я поставил. Вот, видите, тут еще один сток есть. Вот, он так вытекает, смотрите. Вот тут еще у нас вода пока стекает. Город требует медицина. Вроде бы нормально все пока. О, надо городок. Уход за пожилыми добавить. Пожарки очень сильно, вообще пожарок не хватает. То есть, типа, на 44% вероятность пожаров. Ну, заводы очень сильно горят, кстати, я заметил. О, 48 тысяч долларов, кстати, откуда-то. Там и город вырос, поэтому деньги дали. Ну все, жилые дома не горят, теперь надо сделать, чтобы не горели еще и заводы. Я, наверное, думаю, что большую пожарную станцию через 100 человек поставим. Так, нам нужна школа и средняя школа. А ты тут... Так. Еще жилые районы. Как мы дальше? Районы-то раз. Опа. Так, все нормально. Полиция работает. Пожары, кстати, были уже низкий шанс пожаров. Нам тюрьмы не хватает. Именно все тюрьмы забиты. А, ты не закрывают уже.
И не говорит, здорово, чат. И Вова говорит, сколько Вован ты строил это все? Я когда на пару уходил, ты еще играл. Ну где-то, ну смотри, карта была. Эта карта та же самая, что была вчера. Я ее просто немножко переделал. Перенес кольцо, в другую область выбрал. Вот. Время увеличил. Изменил, короче, истоки воды, поднял уровень воды. Ну, короче, поигрался, да. Часа где-то, наверное, еще три. Я на тесты больше сегодня времени ушло. Я сегодня подгонял... О, время подними. Я поднял... А, стоп, он опять упал. Я это, как его... Я реально потратил... Ну, где-то сегодня на тесты потратил 1.5 часа, и где-то еще, может, 2 часа, наверное, достраивал. То есть это 3.5, ну, 4, может, часа. Не знаю, точно не засекал. Ну, около того. От 3.5 до 4 часов. Где-то я потратил на все. Вот, но тесты я проверил, говорю, если терраформация не играет сейчас, вот специально не трогать ее, то все, оно должно быть все четко в конце. Если терраформация где-то что-то трогает, то тут Димон уже тронул, видите, эту часть. Ну, она, конечно, не повлияет, я думаю, потому что эта часть нормальная. Но вообще, если в особо узких, низких местах поиграть с терраформацией, можно так сделать, что затопишь безопасные зоны, потому что вода... Я под уровень реально делал так, что под уровень воды там буквально, ну, может, 2 метра выше острова будет, 3 там некоторые. То есть высоких островов вообще не будет. Короче, не хочу рассказывать вам, чтобы вам было интересно. Увидите, когда мы откроем. Откроем мы, наверное, я думаю, через минут 30 где-то эту дамбу как раз. Димон, пускай расстраивается пока. Что машин-то у нас никто не едет в город? Нам ЖД-шку можно построить. Ты делал железную дорогу подвел. Можно вокзал сделать, если хочешь. Так, пока надо решить проблемы все. У нас с полицией тюрьм не хватает, с пожарками. Еще бы один завод на заводы. Не завод, а пожарную часть. Так, здравоохранение вроде бы все отлично. А что тебе по здравоохранению? У меня показано, что 3 человека больных всего. А, сейчас скажу. У меня под здравоохранение больных горожан 10, доступных коек 100. Так. Так, ребята, вот, я вам показываю, как это все выглядит. Наверное, пожарку нужно будет еще одну влупить. Тут надо будет потом строиться. А сейчас, воды не хватает, что-то с водой. Да, построим. Да, нам не хватает ни воды, ни говна. Так, а интересно, если еще одну воду поставить, она сильно много высосет? А ну. О, она почти всю воду высасывает, смотри. А не высасывает. Не справляется. Надо еще зоны покупать. Ну, мы выросли город, нет, Димон еще не вырастил его. Надо вот эту еще купить зону. Ну и эти две еще. А сколько надо, интересно, как насколько большой город должен быть для того, чтобы купить 7 зон? Я знаю, в прошлый раз мы 4 покупали с тобой зоны. И потом начинался полный трындец. В смысле? Трындца вообще никого не было? В прошлый раз не было разве? Ну, я имею в виду, что мы 4 зоны купили и больше не могли уже купить зон. Так просто надо город увеличивать. На самом деле это... Опа, электричество опять. Я поставлю. Так, жди. Давай ставь. О, лучше даже 2 ставь сразу заранее. Ну, денег нет на второй, пока. Теперь есть. Ну, там, наверное, ансабы хотят революцию сделать, да, блин? Ансабы это как котята. Маленькие котята, малюсенькие котята. Его у них это никому не важно, главное, сюда им вискас в миску сыпят и все. У нас, знаешь, что, в чем будет проблема первая? Которая будет точно. У нас отключится электроэнергия, отключится, потому что когда откроется дамба, провода вот эти все накроются медным тазом. Поэтому надо сделать... Ладно, я сделаю пока одну тему, чтобы было, оно было потом интереснее. Сейчас медицина, я не понимаю, детские больницы нужно. А дети умирают. Ну, серьезно что ли? Это надо сделать, что мы заботимся о них. Так, сейчас. Так, вот так. Делаем здесь сейчас домики. Такой район заводов, ты видел огромный? Угу. Ты пока строит...
там я сейчас я другое кое-что построю. Так, вот откуда? А, мусор начинает вонять. А как мосты строить, ты знаешь? Как сразу мосты строить? Ой, или не знаешь? Я как? Не знаю, там. Я понятия не имею, я же мосты не строил. Так, ладно, я мусоровоза еще завез в город. Медицина детская нужна, а детская медицина, блин, 18 тысяч долларов стоит. Так. Тут вот отсюда, надо сюда. И потом, нет, наверное, сюда. Отсюда, сюда. Вот так вот, вот сюда, сюда и сюда. Сделать. Мосты. Там под всячески спрашивают, откуда народ узнает, что я ем. Так, блин, мы с вами вообще знаем, когда вы едите. Да. Мы с вами вообще знаем, кто когда ест и так далее. Блин, мы подслушиваем за вами, подсматриваем и так далее. Мы снова это любим делать. Так, я детскую больницу поставил прямо в центре города нашего жилого. Привязка. Нифига себе, не хватает коммерческих центров. Люди должны реально утонуть. А то им не хватает как бы то школ, то коммерческих центров. Зажрались они. Так, кто поможет? Как ребята, сделать мост? Помогите мне, мне надо просто сразу реализовать хочу. Я не помню как. Как-то как Ctrl или как-то поднималось оно. Берешь и ставишь мост. Не, ну там как-то можно было поднимать. Я не помню. Ради GG нельзя. Нет, как-то можно. Ну неужели мне придется затапливать все, а потом уже непосредственно. Потому что. С грустью вам сообщаю. Секунду. Ой, я забыл воду провести, этот капец. Это все пойдет. Еще территория не наша, сейчас будет наша. А когда там уже следующую территорию можно будет прикупить? Это надо по-любому сейчас. Так. Нам полиция нужна. Полиция? Угу. Что с электричеством? Электричество закончилось, да ладно. О, да, кончается. А как люди сюда поселились, даже еще не... Да, люди, конечно, поселились. Как они умудрились там поселиться? А, ты что, город строишь? Это что, воды нет, тут показывает? Сейчас я там сделаю. Я там просто хочу реализовать кое-какую идею, чтобы потом было легче. Только для того, чтобы это реализовать, мне надо... мне надо, блин, научиться мост сделать. Так, говорят, мосты на Page Up. Окей, понял, спасибо. Если мосты на Page Up, сейчас я все туда сделаю. Так, мосты на Page Up. Page Up. А чего воды не хватает, ничего не понял. А, понятно. Так, все, спасибо, ребята. Так, теперь стоп, самое главное. А, вот сюда надо, да? Значит, сюда. Вот отсюда. Так, чего нам не хватает? Начальник школ норм. Универа бы еще построить. Полицейских участков нормально. Пожарков более-менее. Короче, пока да все нормально у меня, если честно. Во всем. Конечно, можно еще автобусы построить. Так. Хорошо. Вау, самолет на я пролетел. Мы купили... О, новую клетку покупаю. Купил новую клетку, все, можешь заводы переносить свои. Если не хочешь, чтобы они утонули все. Нам деньги ж нужны будут, да? А я пока сделаю... Не особо. Так. А сейчас у нас радость народа падает, я еще не понимаю. А, понял. Районы не очень качественные тут. Ты
Да. Так, а сейчас автобус мы построим, она 30 тысяч стоит, это довольно дорого. Так, есть. Теперь. Женя спрашивает, будет ли сегодня Сэм? Да я вчера не играл с тем багом, короче, но так и не прошел. То есть опять что проходить этот тот раунд третий раз, что-то неохота, и опять он зависнет. Во, бы хотел, я знаю точно. Нет, честно говоря, я видел, что там будет дальше. Там прикольно, кстати, они придумали. Ну как прикольно придумали? Не, ну, я бы сам сыграл, просто опять зависает. Ну игра очень сырая, блин. Это жесть. То есть, заметьте, как бы эта проблема там не с компом, ни с чем, а именно с той сцены. То есть у меня дважды зависло именно в той сцене. Там надо настройки рачки понижать, там вообще не оптимизированная игра. Она хавает очень много видеопамяти и прочего. То есть, печаль. А что люди уезжают? Не знаю. Это, наверное, там, где у меня с той зоны, наверное, уезжают. Ну, у нас 5000 долларов пока. Голы более-менее. Что, не красные? Хотя должны быть более-менее. Так, мне 30 тысяч нужно. Ладно, я пока-то улицы строю. Да, 30 тысяч надо. Так, ну что, тут я все сделал. Тут, в принципе, более-менее. Ой-ой-ой. Так, а ну смотрим еще раз. А, время увеличит, время опять не увеличит. Ой, сейчас. Оно автоматом спадает. Тут надо было, конечно, примерно так сделать всех. Можно было города строить. Так, хорошо. Тут хорошо. Тут сюда. Теперь отсюда. Теперь тысячи вот долларов. Только большая дорога будет стоить, если я большую построю. Ну стой. Она, по идее, дорогая будет. Ой, я новое здание могу строить. Тут пускай будет деловой район целый. Огромный. Ой, не знаю, честно, сколько оно стоит? Ё-моё, сколько этот мост будет стоить? Это трындец. Мне надо 20 тысяч долларов. Есть столько? Мне надо еще деньги на, это, такого, на автобусную станцию. Ладно, жди, дай я построю мост, а потом сделаешь автобусную станцию. Или хотя, ладно, строю автобусную станцию, я потом построю мост, ладно. Ой, ничего страшного не будет. Так мы деньги будем долго ждать. А, ну у меня максимальная скорость. Ну, просто 30 тысяч стоит автобусная станция, а тут еще вещь. Что-то какой-то ход маленький, интересно. Вода пока норм, электричество норм. А нам мусорники нужны, утилизаторы мусорников. Блин, чувак, мне нам нужны утилизаторы мусорников. Я вот поставлю мусоросжигалки. Ай, как красиво. Это, конечно, прикольно. А куда можно деньги было... уходят? Я не понимаю одно, сейчас финансы проверю, блин. Расходы. 1400 дороги, 1700 электричества, 1300 вода, 300 мусорники и 300 монументы. 1700 медицина, 800 образования, 1000 полиция, 3000 пожарники. Пожарники еще много хавают. Блин, 24 тысячи, тебе нужны деньги? Ждешь что-то? 7 тысяч у нас доход. Ну, ты что-то будешь строить, Димоныч? Да. Мне можно потратить. Мусоросжигалку жди, построю одну. Давай. Ой, я тебе готовлю на апокалипсис потом выживание. И пока строй. Ты там строишь, но ты что строишь, деньги выходят минус. Я воду проложил, ты там район построил без воды, он был. Я воду построю, чтобы. Блин, это такая дорога будет загруженная, кстати, смотрите. Она капец загруженная, она одна с...
Грубо говоря, две дороги так соединяют заводы. Ой, чувак, нам нужно... Сколько мы производим отходов? Нам до хрена мусоросжигалок надо. Только один на... Нам нужно 4 мусоросжигалки, это 190 тысяч долларов. 90 тысяч долларов. 90 тысяч? Дай мне 20-ку, а потом 90 потратишь. Так, я сейчас хорошую дорогу. Сколько это стоит дорога? 50 это? 50, давайте за 60. Как говорил батя, не скупись на такой дороге. Так, вот отсюда надо, да? Ее, вот отсюда надо будет закинуть ее. Самое ближнее расстояние, вот отсюда сюда. Отсюда вот сюда. Кто там уже топит нас? Кто топит? Тут топить уже начал? Дорогу что-то показывает, топит. Так, смотрим. Давай вот отсюда ее. О, у нас люди заселяются. Так. И вот сюда. Вот сюда. Здание горит дотла. Я пожарную часть еще одну ставлю. Блин. Мне еще дофига хавают. Мне 15 тысяч надо. Тысяч. Тебе нужна? Строишь пожарку? Да, сейчас будет. Я... Сколько сейчас денег тебе показывать есть? 25 тысяч. Ну, 25. Сейчас 25. Все правильно. Ты время. Мне кажется, надо, чтобы ты время не трогал. Это из-за того, что у нас рассинхрон во времени. Так, я потратил 15. Все, Димон, денег сейчас не должно быть 700. Все, я сделал основной мост, который будет... Кстати, а тут я что-то просчитался. А ну, стоять. Вот, блин, вот тут я просчитался с мостом. Бляха. Это голяки. За мост деньги вернут, не знаешь? Они часть возвращают всегда. Опа. Ладно, придется так разбить. У нас мусорники нужно... Дети, а ну, здравоохранение пока держится. Хотя нужно будет скоро больничку достраивать. Детская больница пока более-менее. Пожарка может быть. Полиция на пределе. Надо школу новую строить. Среднюю школу и начальную школу. Нужно 1040 сейчас бабла. Ну, собираюсь все. Мне пока почти нет. Я почти соединил все пока основное то, что у нас есть. И выживать будем. Кстати, чтобы ты понимал, на тех островках, которые останутся, будут ресурсы. Там заводы надо будет под добычу ресов. Нефть. Ой, блин, а тут... Ой, нифига себе, оно что-то пить начинает. Ненормально все, мне кажется. Так, скоростуха идет, все четко. Маленький пока водопадик, маленький. У нас пожары везде. А ну. У нас пожары пробки, что ли, или как? У нас на этих пожары на фабриках. Там полная жопа на фабриках. Не, у меня город горит пипец как. У нас мусор сейчас будет. Я построю пожарных или не строю? Не надо, надо, дофига, свет заканчивается, опа. А ты что, пожарников в основном городе строишь или где ты строишь пожарников? Я их строю везде. Две части на заводах, а одна часть в центре города, одна с краю города. То есть 4 пожарников, ну, типа 4 или 5 уже станции, они по всему городу разбросаны. Ну, просто то, что я вижу, у тебя 4 станции как раз находятся между заводами и между городом. И 2 станции в городе, 6 станций всего пожарников. А в дальней части заводов нет вообще ни одной пожарной станции. Ну, перенеси тогда. Давай, перенесу. Вот это, например, пожарная станция нафиг вообще не нужна. А мы так и две, а ну, сейчас посмотрим. Ну, уже получше ситуация. Пожарка стоит. Ну, вот эту мелкую можно еще перенести, это тоже не нужно нафиг. Вот сюда ее перенесем. Это все утонет все равно. 7 тысяч долларов. На самом деле, ладно, я тебе ничего не говорю. Стройся. Мы же должны что-то должно утонуть, чтобы мы видели, кому утонет.
Красиво это было, братишка. Красиво должно быть. Все должно. О, большой город. Можно купить еще одну зону? Нет, нельзя. Но нам надо еще вот эти две купить. И эту одну. Ну, в лучшем случае, конечно, вот эти две и эту одну. Еще три зоны купить, а дальше там, в принципе, уже как получится. Блин, тут красиво. Кораблики себе плавают. Не подозревают кораблики, что скоро им плавать там негде будет. Так. Блин, главное, чтобы тут вода не достала, вот в этом месте. Вот, она может тут прям накрыть. А ну, еще раз смотрим. Не, ну тут все четко. Да, нормально тут. Все нормально. Вот это все... Этому всему жопа. Время, ускорь. О, да. Ох, боже, Дима тут небоскребы строит. Вот этот выживет, этот нет. Хотя, может, и выживет, кстати. Может быть, этот выживет, небоскреб. Но на соплях. Этому всему жопа. Это все умрет. Вот этот еще райончик я сейчас как раз застрою. Это еще райончик, который имеет шансы на выживание. Так, оп. Так, у нас еще полиция не хватает, что ли, или что? На большую, давайте центр полиции поставим здесь. А ну смотрим. А вот тут еще можно будет. А, сейчас тут переделаю терраформация уже. Пока все рады. Здания горят дотла, я не знаю почему. Ну ты посмотри, когда нажимаешь пожарников, ты же смотри, где красные зоны. И смотри, где пожарники расположены. Ну, у меня там, где горит, там ну, зона офигенная. То есть не должны быть пожары. Пожары должны быть на заводах, но на заводах нет пожаров. А у нас все койки надо будет скоро освобождать в больнице. В плане? А, чувак, мусор. Давай мусор сейчас как бы сжигать. У меня деньги на сжигание мусора. 6 тысяч долларов всего. Скорость. Даю сейчас секунду. Так, а ну смотрим, как тут что-то получилось. Вот эта часть может утонуть, кстати. Да, эта часть утонет скорее. Ну, однако, ты городишь, что вроде бы не такой уже маленький у нас. Самое интересное, что у нас толком пробок нет в городе, видишь? Улицы нормально построены. Ага. Пробки только на въезде, и все. Там есть боковые, кстати, она будет сейчас подвести боковые, наверное, дороги. А народ, наверное, уже жаждет, когда я пущу воду. Да, народ, вы жаждете, когда я пущу воду? Нет! Нет! Проучи мэра нашего. Хотя, блин, стоп, мы же все сами потонем, если пустим раньше времени. На самом деле, вот... Вам боженька советует что-то сделать с этим, с заводами. Заводы все утонут в том месте. Надо куда-то переносить. Они в низине находятся, видишь, как они стоят? Там все утонет. Так, еще минут 10 и открываем дамбу. Я часть заводов, наверное, сюда все-таки перетащу, пока, ну, начать, чтобы у нас деньги потом были. Мы это не был эпик фейл. Там какой-то... Блэкман пишет, айсберг забанят за слово там, ну, короче... Кого забанят? Теории данного слова. Там типа, ну, значит, не понимаю, к чему ты Блэкмамбе это пишешь. Блин, тройная дорога была лучше. Это к чему ты пишешь? Минуты. Ладно. Вот так, все. Теперь сюда надо электричество... Так, что-то... А что ты мост не подвел к концу, и мост не подсоединил до сих пор? Мост подсоединен у меня все подсоединено. Нет, у тебя что-нибудь... нифига. А, я понял, а этот имидж, что большой? В городе, со стороны города? Да, там я еще не подсоединял, потому что там, чтобы подсоединить, надо, ну, сначала дорогу нормальную. Я же не подсоединю к мелкой дороге, да, здоровенный мост. Так, деньги есть, да, я начинаю мусоросжигание строить. Ладно, подсоединю, пофиг, уже сам решишь. Вот, туда поехали люди первые. Так, деньги есть у тебя? Тебе хватит денег? Да, сейчас еще надо, еще капнуло.
Мусоросжигания не хватает. У нас вырабатывается 230 тысяч мусора, а сжигается 144. Мы сейчас, если так пойдем дальше, нам придется либо мусорник клепать, либо мусоросжигание. Нам еще очень много требуется. Тысяч что надо на мусоросжигание? 100 тысяч? Да. Ладно, я 2000 потрачу, мне просто надо. Срочно. О, это бюджеты. Нам вот и свет это нужно еще строить. Можно, наверное, забрать кого-то. Так. Сейчас тут заводы сюда перенесу, часть заводов. Хотя это плохое место для заводов на самом деле. Знаете, почему это плохое место для заводов? Потому что здесь плодородная земля. Заводы бы где-то вот тут расположить. А может, тут реально их сделать? Но они потом ездить задолбаются. Надо будет еще один мост строить. Этот мост будет очень дорогой. Но это в плане красоты будет очень красиво. Но дорого. Блин, ну ладно, я тут денег нет. Ну сколько тебе надо денег? Я просто трачу, потому что у меня небольшие дорожки. 100 тысяч. 100 тысяч? Ладно, я это оставляю, пока не строю. Мне надо 3 мусоросжигалки еще построить. Сделать тише, может, звук чуть, ребята, музыки. Дима, что разыгралась такая. Да, я тебя все тише начал слушать. Слышишь, я слушаю, ты все тише, думаю, что за прикол. Так, давай. Давай 20. Стройте. Да, сюда, конечно, далеко будет. Опа, что там? Пожары. А вот где пожары, Димон, у нас. Видел, где пожары? Там вверху. Нет. Вот где. Блин, сколько пожарная станция? Да, я с города какую-то крадану пожарную станцию. Так, стоп, там пожарный. Ты построил городок, а там нету ни света, ничего. Да, сейчас я сделаю там пожарники. Там с пожарниками лажи. Сейчас я перенесу один какие-то. Нет, там вообще ничего не горит. Нет, там пожары вот сейчас идут. Надо хоть надо новые территории, очень много новых домов. У нас он не хватает домов. Ладно, я строю новый район туда. Начинаю. Тут уже вода топит, блин. Тут уже не построишь там из-за воды. Так. Дома нужны еще? Чувак, там я терраформацией занимаюсь, там вода. Не делай терраформацию, не делай. Ну как это я этот город строить, там вода, ты все водой залила. Негде больше строить. А как нет? Посмотри, сколько территории я купил тебе. Ну смотри, там вода заливается, ё-моё. Она все зальет, чтобы ты понимал. Вода должна все залить. Так, блин, сейчас она сейчас заливает. Так сейчас, потому что наша вода течет. Это просто озерцо. Короче, трансформацию делаю. Зря ты делаешь трансформацию, зря. Это все равно все утонет, то, что ты сейчас строишь. Ничего не утонет. Не понял, а почему дома уже норм? Только что требовались, а уже не требуются. Я построил квартал еще один. Так, и сюда вот еще. Все, этого хватит. Все, тут больше сюда не влезет никак. Так, меньше дома и парки. Парков у них... У них парков нет, вы что они такие... А я думаю, что люди такие злые? Парки хотят люди просто. Хотят в парке ходить. Вот так. Вот тут хорошо все, и тут еще. Блин, денег нету. Сколько этот парк стоил? На себе. 5000 долларов парк стоил. Так, и воду вам еще надо, да? Ну, вода... А, есть. Что, дайте воды. Свет. Свет дамба. Ну, если дамбу поставить. Дамбу тут нельзя строить. Я предлагаю дамбу строить. Боже, прикинь, можно дамбу построить на 700 мегаватт. Город решил дамбу строить. Подожди, дамбу, ты где ты построишь дамбу? Типа вдоль этого нашего полностью. Вот сверху, над городом, там где-то трасса идет дамбу. Не, там нельзя дамбу, там прорыв будет. Можно. Нельзя, не мешай, блин. Все, город решил там строить дамбу. Мэр, что тебя так плохо слышно? Одобрил. Тише становишься. Я откуда знаю, у тебя какие-то настройки левые.
включите. Прямо демоны мысли. Так это у тебя настройки левые, у меня все нормально, так как обычно. Сейчас играешь там. Чувак, отруби автонастройку. Так, надо, ты говорил, надо еще с этого электрики, да? Давай еще одну поставь. Так, пора, наверное, немножко подтоплять. Сколько, 5 минут осталось, ребят, до открытия дамбы? Давайте, 5 минут еще и открываем. Правильно? Ну, чтоб чёрт пропал у меня. 5 минут? Как, какие? Простые 5 минут открываем дамбу. Давай сохранимся перед этим. Так, сохраню. Давай, сохранение пускай будет 6 единиц. Сейчас оно полетит. Тут а, воды не хватает. Офигеть. Это что-то не подключено, кстати. Это вот такое. Так, надо, наверное, сделать. А воды просто не хватает самой по себе. Канализация нужна еще одна. Я поставил все уже. Да. О, топить начинает. Это подниму еще. О, тут нормально. Так, нужно наконец-то заводы, прикинь. Там новый район, стой, для заводов новый район есть. Так, тут электричества, блин, нету в этом районе, офигеть. Блин, тут вода, конечно, это все не смоет, интересно. Вода. Так, заводы. Коммерческие центры еще нужны. Угу. Так, до сюда. На, больницу новую построить. А, мусоросжигательные заводы. Кстати, у нас мусор не сжигается здесь. У нас с мусором проблемы в городе начинаются. Короче, для заводов пока райончик сделал небольшой. Так, мы деньги сейчас собираем. Мне нужно 1060. Не хватит. Надо пожарку, подожди, одну поставить здесь. Она тушила тут это все барахло. Так, значит, тут, блин, все будет гореть. А, давай соединим пока дорогу, которая будет впоследствии уничтожена. Так, кто-то туда ездит, потому что мосты там есть, это хорошо. Так, пока все развивается. Здание осело. Где это здание осело? Не понял. У нас доходы какие-то не крутые. Что я сделал? То есть, что я сделал? Не радуют мне эти доходы низкие. Блин. Твою мать, что за байда? Твою, блин. Так, я мусор построю. А что с электричеством, кстати? Ой, нам нужно еще электричество, оно на грани. А чего вода за нас потопит? Это я мискликнул, поставил канализацию вместо. Короче, каналку случайно закинул в центре города. Сейчас решу проблему. Так, смотрим, или вода не будет топить город. Центр областной. А чего она тут половину топит? Я не понял, у нас город затопило, смотри. Я себе еще раз говорю, я поставил там каналку случайно. Сейчас оно, сейчас пройдет, да говно там, видишь. Оно сейчас рассосется. Город уже почти 15 тысяч человек. У меня 15 200. Областной центр у нас. Я покупаю новую территорию.
Водоочистилки появились, сейчас надо... Я ставлю один еще мусоросжигатель и... Думаю, этого хватит. Так. По мусоркам пока. Ну что, открываем воду, ребята? Открываем или не открываем? Как скажете, давайте, чат пишет, открываем воду или нет. Я потихоньку начну открывать. Так что, Димон, все твое сейчас будет тонуть. Смотри, что тонет. Время увеличь. Да, увеличиваю. Блин, только что увеличил, что на 5 себе разбросил? Так, чат пишем. 5 минут прошло, вот, пишут, 5 минут прошло. Давайте, открываем, я потихоньку начинаю открывать. Димон, готовься. Сейчас начнется эпик. Так, давайте сохранимся. Да, один сделал, я второй делаю. Ты не парься, мы выживем. В любом случае выживем, здесь есть где жить. Когда я максимально все открою... Когда я максимально все открою... Ты скажешь... Нет, Ваван, зачем ты это сделал? Давай, пошире, все, настал момент. Настал момент истины, открываем пошире. Это ниже. А тут, подожди, вот с этим надо так. Вот так, пока откроем... Хотя по всей ширине бы открыть. Давай по всей ширине. Смотри, чтобы электричество только не ушло. У нас 40 тысяч есть на все. Главное электричество, чтобы не ушло. Для нас, я не с тобой. Я буду дефать город. Дефать, чувак? От этого ты их не задефаешь. Все, откроем пока вот так. Этого пока хватит. 40 тысяч на рельеф. Не-не-не, не трать на рельеф. Видишь прикол, как оно красиво все заполнит. Человек слабо. А я не на полностью открываю. Чувак, если на полностью открою, все снесет. Оно снесет весь этот город, который тут есть. Просто волна, блин, забьет. Посмотри, какой уровень воды. Я поэтому по-медленному открываю, чтобы он начал топить. Ой, только. Блин, начинаю. Сейчас я покажу, как надо делать. Не строй, не строй только реформацию не делай. Иначе ты поток реке закроешь. Если сделаешь реформацию, сам наберешь, потом негде будет расстраиваться. Что, ну все затопит, сразу говорю, полностью все. Тут будет пару островов, на которых можно будет жить. Так, скорость большая, а большая. Куда, а как почву выкидывать? А ты что делал? Ничего. Боже, ты что, открыл еще больше или не показалось? Ну показалось. А нахрен ты еще больше открыл? Она сейчас затопит основной город. Показалось. Ладно, пока еще не затопит. Так. Надо же отсюда воду, когда спустят, с того резервуара, спустится вода, и можно будет полностью ее открыть. Ну, можно сразу полностью открыть, но это будет печально. Так, мосты работают пока мосты? Мосты пока работают, которые я построил. И главное, чтобы везде четко было все построено, потому что я мог где-то ошибиться с высотой, и тогда мосты тоже уплывут. Кто уплыло? Понятно. Кто под водой будет? Сейчас день настанет, посмотрим, как это днем выглядит. Город тонет. Вода. А ну? Красиво так идет. Видите, оно наполняется. Но пока воды мало. Пока воды мало. Давайте открываем, ладно, еще чуть. Можно открывать, в принципе. А надо только почву какую-то выкинуть. Сейчас выкинем почву. Давайте, блин, куда бы ее выкинуть? А, давайте туда. А, это не наша территория. Ну давайте сюда. И чем фишка? Ты даже ничего не затопила. Мне надо найти место, куда почву выкинуть. Так. Так. Давайте вот так. Сейчас затопит. Парься. Сейчас все увидишь. А, слабак. Это даже не опасно. Денег нету, что ли? Денег нету. Заводы пошли, надо заводы новые построить. Так, эти заводы работают. А мусора много, да? У нас с мусором лажем. Не, с мусором все нормально, я все построил уже. А мусор на возвышенности стоит? Не, его затопило. Такая толку просто этого мусора. Второй новый. Или давай перенесем тот. Можно его перенести будет? А, можно, че нет. Давай, переноси, пока есть возможность. Так он загрязнять будет. Чувак, тут некуда переносить, тут все уже мертво. Жесть, посмотрите, как пошла вода. Фух, это еще не максимум. Так, что у нас там по... Заводов надо очень много. Надо на этих островах заводы сейчас быстро сделать. Чтобы мы хотя бы не умерли. А
Так, вот так. Сейчас. Так. Ой. Сколько там денег? Деньги пока есть еще, да? Это хорошо, что деньги есть. А, блин. А, недостаточно денег. Куда деньги ушли? Ты построил завод мусорки, да? 6 тысяч долларов стоит стоимость перемещения. Я переместил 3 завода с мусором. Окей. А куда переместил? Наверх там, типа, где машины идут. Нажми на этот, нажми на рельеф. Видишь рельеф, значок? И посмотри внимательно, чтобы ты понимал, короче... Ты уничтожил мусорники. Чувак, оно затопит, то все. У тебя полгорода даже утонет. Так они денег стоят. Я знаю. Переноси там, где видишь, там, где вот зеленый такой остров есть сбоку. Вот там ставь. Там можно будет строиться. Ну, вроде, если я, конечно... Если, опять же, староформация нигде не натупили, то можно будет там строиться. Если натупили староформация, то там строиться тоже нельзя будет. Тогда будет печаль. Тогда у нас все будет уничтожено. Так, ну все, остальные мусорки разрушились. Страшно. Сейчас новые построим. Главное, чтобы заводы были, чтобы деньги были. Пока будут заводы... А-а-а, как она красиво. Заполняется. Ну, карта заполняется. Не, водой пока мало. Надо открыть больше, блин, проход. Бака, мне денег. Не, ну пока хотя бы мусорки я успел принести, там хотя бы мусор на грани очищают. Хотя многие о мусоре жалуются. Он говорит, вы назвали свой город Титаник? Нет, пацан. Какой Титаник? Вы чё? Блин. Так, вот, видите, часть города это пошла уже под воду. Эта часть города уйдет вся. Оно, вода поднимется вот, вот до сюда она поднимется. Вот так вот она будет идти. Вот эта дорога уйдет под воду тоже. Это что такое? Мусоросжигалка, это уйдет под воду. А если мусора будет много, люди уедут, наверное, от нас. Они уже уезжают потихоньку. Ну они сейчас уедут, да сейчас дофига уедут, потому что сейчас часть города затопит. Ничего, мы начнем с почти практически с нуля. Главное, чтобы деньги были. Главное, чтобы хотя бы был небольшой доход у нас. Это все, что затопило, можно будет там разрушить. Там все затопило. Да, там можно будет разрушить, чтобы оно деньги не сосало. Или оно само разрушится. Так, я открываю дальше. Так, открыл. Еще больше воды сейчас пойдет. Новая волна. Смотрите, эта волна сейчас, сейчас на город эта волна обрушится. Слишком сильно открыл. А нет, не обрушилась, повезло. Ох, повезло, повезло, повезло. Не захлестнуло город. Но здесь сейчас мусоросжигалка эта утонет. Да. Тут повезло, не пойдет дальше. Хорошо. Видите, вода выходит. А электростанции, кстати, вырабатывают электроэнергию? Водяные эти. А вода-то опускается? Да, вроде бы с электричеством воды. Нормально. Уровень воды-то опускается. Мегаватт, 280 мегаватт. Жесть, понеслась. А вот и рассвет. Смотрите. А что у нас доход увеличился? А, я заводы построил. Ой, блин, тут воды нету сейчас. Я в другом месте заводы построил. Сейчас проведу электроэнергию. Так. Это за шутка, что воды нету. Там, блин, все в воде. А, ты понял? Так, заводы есть. Выходи еще... бедрами и черпай. Так у тебя больных? А, я пока не смотрел, сейчас секунду. А, крематорий строить нам. Блин, для тел, да? Блин, ребятам пожарники даже, наверное, не нужны будут на этой карте пожарники. Здесь все тонет просто. Так, а что у нас денег нету? Минус 2000. А, мне 15 тысяч. У меня пока ноль сейчас. С трубы надо подсоединить. Так, там есть вода. Есть. Оп. Хорошо. Так, заводы есть. Тут там уже мусора перебор, видел?
Давай я мусорку одну построю где-то тут. В смысле перебор? Мусорку я построил только что. Да? Деньги поэтому в минусы ушли. А ты с мусором нормально, у меня зеленые показывают. Состояние переработки мусора зеленое. Боже, сколько домов уничтоженных. Так, открываю дальше. А, деньги. Деньги есть, ладно, открываю дальше. Так. Начальных и высших школ не хватает, на самом деле. Денег нету, хорошо. Открыл еще больше. Сколько денег сейчас на руках? А, у меня 2-3 тысячи долларов. У меня 40. Ну это из-за того, что по идее, может из-за того, что реформацией я пользуюсь. Оно может не учитывается, как я могу знать. Так, тут ничего не знаю. У тебя минус, блин, я школу построю детям. У меня минуса нет пока. Так, там заполняется карта. Карта заполняется, смотрите, как она идет сюда, блин, заполняет. Так, открываем еще. Блин. Давай, давай. Открывай. Блин, денег нету, ладно. 900 долларов. Я почти все открыл. Почти ее максимально. Ну как это нет, еще не максимально, кажется. Еще вот этот кусок надо открыть до максимума. А, да, еще вот тут кусок и тут еще. Да, есть еще. Блин, деньги нужны. Давай, капай деньги. Сколько у нас там денег есть? Пока. Ну пока жизнь идет на островах. Но у меня... Ой, тут затопило. А, это волна просто прошла. Сейчас исчезнет. Ну, ты спрашиваешь, зачем они это делают? Я не знаю, это Вова псих. Я, походу, знаешь, есть пироманьяки, а Вова водоманьяк. Как? Разве это не прикольно, блин? Мы сделаем сейчас новое место, где будут красивые города. Я бы хотел просто развиться. Опа, а что тут сюда потекло? Ой-ой, плохо. По-моему, сильно открыл. Я жди, сейчас, блин, в город потекла вода. Кольцо уж затопило. А, секунду, ты по идее не пироманьяк, ты акваманьяк, если так подумать. А вы посмотрите, правильно. Новая волна. Топ, немножко сбросилось, да, уровень воды чуть-чуть упал. Так, 23 тысячи, сейчас. Давай, выравниваем. Блин, земли дофига стало. Так. Волны не будет? Не будет. Надо землю где-то сбросить. А, сбрасываем землю. Давай, сбрасываем. Ну? Вот так. Ну, а сейчас доход вырос. Заводы там работают боковые. Давай, открывай еще эту часть. Блин. Все, почти максимально открыл ее. Видите, какой уровень воды спал здесь? Вот. Это все было под водой вот до сюда. Уровень воды здесь спал. Ну и еще не до конца. А здесь начинаются настоящие чудеса. Часть города затоплена. Ой. Это я не то сделал. Или ты открыл больше? Я... А что все в город пошло? Ой, блин, а что реально в город пошло? Ты что, так трогал только что? Вау, нет. Вау! Ты не поднял воду случайно? Ну, там, рельеф. Поднял. Ну, вот поэтому и пошло. Если поднимал. Блин, у нас минус 2000. Ну, сейчас, ладно, город не утонет. Ты... В смысле, ты это уже утонул? Не, он сейчас отойдет это. Сейчас волна пройдет, а он восстановится. Это, блин, волна пошла, сука, чего она пошла?
Я снесу заводы и всем полиции, станции мы проиграем. Как оно все затопило? Это вообще. Оно должно быть по рельефу, я не понимаю, что за фигня там внизу творится. Так. Бюджет. Принять. Я взял. Сейчас я, блин, исправлю эту ситуацию. И деньги взял. Вниз. Выровнять здесь все это. Из-за этой хренотени такая лажа. Тут должно вниз оно идти. Все, проиграли. Подожди, еще не проиграли, не факт. Блин, почему вода верхом идет? Просто... А что корабль не по течению не унесло, я чуть не понял. А корабль, он не ходит против течения даже. Так, тут все хорошо, по островам здесь все хорошо, а вот тут какая-то лажа происходит. Ну, вода спустится или не спустится? Должна спуститься по теории. Да, спускается, все, спускается. Но очень медленно. Так, а ну давайте. Блин, надо это выкинуть в землю. Нельзя? Как у нас там делать? 8 тысяч? Блин, денег нету, пипец. А, давайте, люди, блин, восстанавливайтесь. Все, вода уже почти ушла. Нет, ни хрена она не ушла. Сука. Вода ни хрена не уходит. Почему? Так, взять этот берем. Так, стой, паузу сейчас нажму. Выровняю ситуацию. Так, она должна здесь расходить, да? Высыпаем сначала землю. Ой, блин. Да. Двадцать тысяч. О, переравняем. Короче, GG VP. Ты еще не факт, что GG. Паузу поставил к цели, не? Ты что говоришь? Ты паузу ставил? А не. Ну, я поставил не паузу, я скорость замедлил. Я хочу воду сбросить, я чуть не понимаю, что она не сбрасывается. Тут должно было быть все ровно, но почему-то все такое корявое. Вот так должно было быть. Сбрасывает, да? Хорошо, а ну. Давайте скоростухи дадим. Выбора все равно нет. Сейчас либо вода уйдет, либо она не уйдет. Может быть, конечно, это из-за этих городов. А ну стоп, а если ты все посноси этот район, он все равно не нужен. Может, это то, что он поднял. Я с домами не тестировал. Ты должен не камбэкнуть, заводы посносило. Ты конечно не камбэкнуть? Тут мусорные заводы сейчас, половину заводов зданий просто сейчас поломаются. Они стоят денег, ты потом не сможешь камбэкнуть, тебе придется сначала начинать. Я сейчас проверю кое-какую теорию. Мне кажется, что из этих заводов уровень воды поднимается. То здания в игре считаются... А ну, топит сейчас город? Топит, но уже меньше, да? Ну топит еще. Уже получше. Город рекорд, город, ну раньше, чем вчера. Не, ну вчера город по Ньютону вчера я выиграл. На сегодня тоже мог выиграть просто. Вон, интерформация не выбирает, пользуется. Не, так терраформация, чувак, терраформация, чё, да, смысл какой-то играть. Поднимаешь просто уровень выше, там, и всё. Город разливает. Так, город разливает. Я тебе объясню, эта игра называется City Skyline, а не Under City, или какой-то там типа Water City, или Noise City. Так, все, попускает вас чуть. Блин, она все порушит. Просто тут домов, это трындец какой-то. А ну?
топит еще? Совсем чуть-чуть еще топит, да? Совсем чуть-чуть. Так. Но здесь отошла вода. Там наполнено... Блин, тут все, это море уже. С той стороны море. Смотрите. Все, одни островки остались. Одни островки. Даже тут половину еще затопило. На самом деле, она должна сейчас устаканиться, вода. Она, походу, еще не вся спустилась отсюда. Поэтому такая лажа. Скорее всего. А возможно, потому что эти штуки здесь еще стоят. Поймешь. Слушай, ты знаешь, что у нас город питается через электричество подводными столбами? Уже. Так, смотрим. Город опускает. О, город, ну хотя нет, вода еще есть, но уже... Она уже отчасти попуска, хотя нет, нифига не опустила. И чуть-чуть вода идет. Блин, собака. Идет еще такие. И вот. Надо расширить, наверное, чтобы быстрее проходило, я знаю, что. А, минус 29 тысяч, я уже не расширю никак. Возможно, эта вся лажа, она идет из-за того, что надо было... Блин, натуре надо было шире, наверное, чуть поставить, тогда бы она проходила. Из-за того, что я узкий проход открыл. Она вся, блин, очень узкий проход лезет, и поэтому гребень выше получается. Поэтому она сюда заливает. Не должна была залить. Но она залила. Но у нас часть города только живет, кстати, еще, ты знаешь? Это под водой. Часть города еще живет. Так, у нас доход пошел в плюс. Это очень хорошо. Все, мы восстанавливаемся потихоньку. Фу, Димон, восстановимся. Восстановимся. Судя по тому, что я вижу, восстановимся. 2000. Так, что тут? Все, воду спустил. Это эти, блин, заводы надо это все поскидывать. Еще, кстати. Все, почти перестало идти, видите? Все, отлично, город сейчас восстанавливается и можно выживать. Ой, я забыл, кстати. Ты чё? Ничего. У нас 5000 доход, Димон. Это может быть? Прям все снести за раз. Что такое? Так, а что пауза стоит? Ты нажал? Не знаю. Нет. Я? Либо она сама. Так, все. Хорош. Хорош, хорош, хорош. Набирается теперь водичка. Сейчас деньги пойдут в плюс. 6 тысяч долларов заход. Теперь можно развивать город, кстати. Так, ну эти дома можно посместить. Этот район не нужен, по сути. Я так понимаю, за те дома, которые затонули, с нас тоже деньги берут, да? Да, ну. Давайте сейчас приедут назад. Ты смеешься? Что там делаешь? Ничего, ничего. Ты мутишь? Ну, ничего я не мучу. Варь, что ты делаешь? Так, будь хорошо. У нас, блин, машины через воду вообще как-то едут. И непонятно, как они это делают. Все, уровень выровнял. Теперь можно город расстраивать. Ой, надо, стоп. Что такое вообще было? А, пожарное депо. Пожарное депо перенести. Сколько оно стоит? 45 тысяч долларов у нас, кстати, есть. Прикольно. Че, строй теперь. В этих, на островах можешь начинать строить. О, блин, а что у нас говно потекло сюда? А, ну да, правильно, ты же говно стекало. Че ты смеешься?
Ну все. Блин, чат не показывает? Я чат скрыл. Он не мешал. Все. Это еще думал. Писать какие. Думал что-то писать. Что вот так. О, отлично. Это не надо. А как сейчас скрыл? Тильдой. Можно тильду почитать. А смысл? Мне интересно. Я не знаю, кто город деньги вообще приносит, у меня тут все, блин, ладно. Я все, я забрал эти. Это, походу, мне кажется, знаешь, из-за чего было? Во-первых, очень резко воду пустил. Ну, там узкий проход сделал, я не до конца его открыл, потому что денег не хватило, чтобы до конца открыть. Вот, и... Давай такие дома еще построим, пускай люди селятся, у нас что там... А, у нас заводы нужны, сейчас заводы восстановим, не вопрос. Сейчас селится, тут не до суши уже. Там есть острова, на островах. Смотри по островам, вот с левой стороны те зоны, которые... Ну, видишь, там большой есть один остров. Там можно города строить на этих островах. И через мосты играть. Разве не прикольно? Уа! Нет. Так, чуть воды не хватает. Давайте воду. О, тут все зато утонет. Смотрите, там все, там море. О боже, еще гроза началась. Капец, как оно утопило, не? О-о. Не, под самую... Вот, нет, да, вот так вот это должно было быть. В тесте вот так оно и было. Вода вот как раз вот на этом уровне была. Вот так вот, как я специально замутил, оно так должно было быть. Без этой волны дебильной. Говорит, там больше негде строить. Ты как негде строить? Вы чё? Раз остров, два остров, три остров. Ну, тут вот еще и остров. Ну, эти мелкие, ладно. Вот, 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 вот. Честно говоря, вот тут вот, в принципе, вот тут вот. Тут почти практически воды нету. Здесь, если чуть-чуть поднять ее, то можно сделать здесь, типа, ну, как этот, континент. Но, правда, вот эту зону мы еще не купили, поэтому, чтобы ее купить, надо расстроить здесь город. Тут и тут. Город расстроим и купим ту зону. У нас сейчас... Сколько тебе денег, кстати, заходит сейчас, доходит? Ну, добываешь, сколько? 6000. Так, я... 6 тысяч? Я тоже 6 тысяч. Я долги отдал, остался один долг, 230 тысяч отдать. 7 тысяч заход. Все, отлично. Пошла жарень. Так, ну нужны мусорники. И мусоросжигалки. Тут мусоросжигалка эта утонула, да? Она не работает, а ну? Или пашет? О, так эти мусоросжигалки пашут. Да ладно, хорошо. Это очень хорошо. Так, тут что? Ну все, тут открывать уже нет смысла. Вода полностью спустилась. А электричество есть, вода есть, но говно есть. Эти домики надо зачистить, осталось совсем чуть. Пару домов, они все равно не восстановятся уже. Так. Все. Так, тут четко, прямо на побережье. Город на побережье. Смотрите, красивый городок. Мне что-то чувствую, как будто у меня графика какая-то хреновая стала. Наверное, ледниковый период. Ну, да не совсем ледниковый период. Вот, смотрите, как прикольно. Протекает вода. Так, мосты надо строить. Вот тут еще одна дорога. Давайте сюда кинем. Так, здесь можно сделать жилой квартал. Так, сразу прямо вот туда, вот так, оп. Так, мост сюда присоединить. Нельзя так? О, есть. Так. Сколько там денег? 120 тысяч почти есть. Еще. Два. А ты куда пропал, кстати? Ну ничего, а что там делать? Я сижу в рейде сейчас. Там нечего делать, там осталось пару островов, что нафиг. Какой понт раз, ты ничего там не разобьешь. Нормально, да и смысла нет, я не вижу. Что, наверное, на островах можно хорошо? Я уже предлагаю в стрим идти. Сейчас пойдем. Да, уже 17. Сейчас я пока я сделаю еще райончик один. Чтоб был, я сохраню карту, потом продолжим.
Так. Что вам надо? Медичку одну. Один пожарный центр. И ментовку. Окей. Мусор, мусор отсюда не вывозит. Давайте мусор, мусоросжигалку поставим это тут. Раз. Два. Так. Все, мусоросжигалка. Даже давайте еще одну мусоросжигалку. Воду подключить вам надо. Так. Брат, какой по какой игре следующий стрим? Наверное, Among Us покажем вам следующий. Ну, я думаю. Что у нас по городам? Света. Блин, что, света тут? Ёлки-палки. Да, вот так, что ли. Заводы нужны еще. Ладно, сейчас построим. Но самое главное, что места будет сейчас мало. На все про все. Но если грамотно его красиво застроить, городок... Ой, я перестал. Так сделаем. Так, тут дорогу затопило, эта дорога нам не нужна. Дорога была временная. Заводы есть. Два острова с заводами. Надо еще тут один остров с заводами сделать. Только дорога на дорогу сюда кинуть. Только там денег 83 тысячи. Ну, денег дофига. Так, нельзя строить что? Нельзя строить на воде. Вы что? А там что, вода что ли? А, ладно, давайте отсюда. Так. Блин. Такие, короче, вот на таких островках я планировал выживать. И строить базы на таких островках. Просто должно было быть весело. Через мосты играть и на каждом островке делать свою типа инфраструктуру. Может, такого маньяку и было бы весело. А что, разве не прикольно? Прикольно вроде. Сначала строишь, оно все топится, а потом начинаешь типа развиваться с нуля. Ну типа. Не знаю. Мне так не интересно. Не вижу смысла. Смотри, как прикольно городок какой получается. Реки везде и моста. Ну мосты. Что, народ, вам нравится? Новый мир. Вначале был один, а теперь совсем другой. После того, как дамба открылась. А тут вода все наполняется, наполняется. Чтобы вы знали, это все должно под воду уйти со временем. Оно уйдет под воду. Вот это, вот то уйдет все под воду. Я пишу, не... Если на самом деле они не потопят. Так? Я написал нет. Ну, мне интересно. Вот именно, только тебе и интересно. А я думаю, есть люди, которым это интересно. Ну, ты. Только я, в чате есть. А, блин, ну так, когда ничего не происходит, тоже не очень. Так какой-то интерактивчик.
Не, ну блин, ну прикольно. Единственное, что надо дождаться, когда заполнится полностью этот весь котлован водой. Потому что я говорю, это все должно утонуть, по-моему, если я не ошибаюсь, это все утонет. И когда оно утонет, тут как раз уровень воды уже устаканится, и можно будет. Там уже смысл смотреть, нет, ты дальше не разовьешься, тебе придется дальше потом терраформация заниматься и так далее. У тебя территории не будет. Там, то есть ты все отопил. Ну, когда закончится территория, уже можно развитие. Будет терраформацию делать, ну понятно. Ну а какой смысл, типа, создаешь сам себе проблемы, чтобы потом их решать, ну. Ну так тупо. Так еще разве не? Ты не сам себе типа, вот знаешь, представь, что затопило, ну, да, тебя. Тупо. Нет, если оно затопило, это было нормально. Смысл не представлять, сам сначала делаешь что-то бред, потом представляешь. Мне что, 5 лет? Так. Всё, ещё один островок захватил. Так, тут у нас мусорник, давайте сюда, наверное, заводы. Чё-то, блин, столько заводов требуют они, капец, эти жители. Здесь, наверное, построим эти большие заводы. Оп. О, хорош. Это сам себе режиссер. А, как прикольно. Не, ну островной город прикольный получится. Хотя терраформация реально придется в конце играться, когда город там 100-200 тысяч будет надо будет, потому что места может не... Ну хотя не хватит, наверное, места. Вообще, с другой стороны, а дома-то растут со временем. Ой, блин, он тут умирает от болезни. 200 тысяч, надо уже долг скоро отдавать. Так. А, моргов нету, стоп, а моргов нету. Вот что-то прикол. Блин. Давай сюда морги, я не знаю. Раз, два, три. Крематории. Давай, давай, давай. Раз. Шесть крематориев. Так, провести воду. Не забывайте про мегабашни. В этой игре же нет мегабашен. Вы путаете, ребят, SimCity. Четвертый. Да, это City не Skyline. Та игра. Это совсем другая игра. Мегабашен тут нет. Не, на самом деле, SimCity прикольная игра, если бы только... Там как бы зона была не такая ограниченная. Там зона очень ограниченная. Ну и, конечно же, оптимизация. Там плохая, там игра на одном ядре работает. Потому что старая. Больнички еще нужны, суки. Давайте, больнички свои. Так. Давай, отсюда, наверное, потянем сюда. Так, все, запитывайте это все. Пускай... О, поехали катафалки в город. Давайте катафалки, очищайте этот город. Потому что этот город уже тут подыхает. Блин. Так, дома еще вон, детские, что нельзя поставить, ну собаки, парки. Блин, а здесь можно еще дорогу сделать же, что за тупняк? Так, раз, так, два. Спрашивают, будет с апдейпом по Амонгу или просто? А я не знаю, ну как, блин, можно и с апдейпом, хотя, блин, можно и просто. В принципе. Так, давайте, дайте эти здания. А, я хотел же это поставить, стать лечебницу. Сколько она? 65 тысяч? 16 тысяч человек пока в городе живет. Давай, сюда вот его. Опа. Все, сейчас деньги пойдут вверх. Ну, должны по теории пойти. Все, жизнь наладилась в городе, Димон. Все живут хорошо. Ну, почти. Там немножко трупов есть, но трупы в крематории.
Так. Что, давайте, наверное, сохранимся еще раз. Типа до апокалипсиса и после апокалипсиса. После апокалипсиса. Окей. Короче, я думаю, наверное, на этом все-таки остановимся. Закончим наш стримчанский по игрухе City Skylines. Не забывайте, ребята, фолловиться. Кому понравилась серия, пишите комменты на Ютубе. Оставляйте лайки тоже. На Ютубе видосик появится, наверное, завтра с утра. Вот, оставляйте комменты, что можно еще замутить интересного. Ну, как бы, блин, если будете нормально смотреть Cities Online, то дальше просто продолжим тут выживать. Сделаем либо, ну, тут город еще один и тут. Либо потом, если не хватит места для постройки, типа, для расширения, просто терраформация вот тут поднимем землю. Она не очень дорого получится, потому что здесь очень низкий уровень воды. Здесь можно очень легко поднять и за особо там дешево, грубо говоря, не особо много тратить. Вот. Ну и дальше там аэропорты, уже корабли и так далее. В общем, на этом все. Спасибо всем за внимание. Спасибо всем, кто зафоловился. Спасибо всем, кто смотрел. Увидимся через минут 15 в Амонхасе. Кому интересно, оставайтесь с нами, не переключайтесь.